пришел на серьезной серии побед, в том числе и над российскими спортсменами. Зурабом Петергараевым, Гапашой Асмаевым. Словом, очень многообещающий боец, очень серьезный атлет. И будем надеяться, что провел серьезную работу над ошибками. И сегодня, конечно же, будет очень интересно посмотреть на него на фоне Сайфулы Джабраилова. Ну и вот его соперник Сайфулла Джабраилов, боец из Чеченской Республики, представляющий клуб «Беркут». 8 побед и 1 поражение. Такова бойцовская статистика. Сайфуллаха свою карьеру Сайфулла начал в 2015 году и на старте одержал 4 победы. 3 из них дошли до решения судей. Первое поражение Сайфулла потерпел в поединке против Артура Соловьева. Уступил он тогда соплично. И после этого в активе Сайфуллы еще 4 победы. Из них 3 досрочные. В общем, реанимировал он свою карьеру после той единственной неудачи. Вот сегодня Сайфулла выходит, пожалуй, на главный бой в своей карьере, по крайней мере, из тех, что были, против самого серьезного и опытного соперника Филиппе Фройса. Филиппе Фройс вот и проиграл 2 своих крайних боя, но он был конкурентен, конкурентоспособен, особенно в противостоянии с Салваном Джамалдаевым. Мы помним то 5-раундовое побоище. Даже с Курбаном Тайгибовым у него были свои удачные моменты, особенно в первом раунде. И тогда по ходу поединка сдал он, конечно, и физическое состояние было не идеальным. И плюс соперник очень напористый, по-спортивному наглый, уверенный в себе Курбан Тайгибов, который вышел тогда рвать и метать и добыл ту самую победу. Но это не отменяет того факта, что Филиппе Фройс очень опасный соперник. Для Сайфуллы Джабраилова это момент истины, наверное, в лиге. После этого боя станет понятно, на что он может претендовать и готов ли он к боям с серьезной оппозицией. Ну а здесь, как мы видим, просто сумасшедший ростер. Опять-таки, я напоминаю, не устаю это делать. Действительно, что не поединок, будет настоящим испытанием для любого бойца. Поединок главного карда, уважаемые друзья, Сайфулла Джабраилов против Филиппе Фройса. Очень интересное и интригующее противостояние в полулегкой весовой категории. Бойцам есть что доказывать. Достаточно активное начало. Сайфулла Джабраилов справа атаковал, мимо цели. Сейчас сразу 2 фронт-кика, затем 3 добавляет лоу-кик Фройс. И слева очень хорошо попадает Джабраилов. Да, на выходе. Заряжается с самого начала Сайфулла Джабраилов. Очень так, тяжелые руки у него. Оу, какой классный удар. Правый хай-кик. Жесткое попадание и просто сумасшедшее добивание в исполнении Филиппа Фройса. Все. Вот это да. Вот это нокаут. Просто сумасшедший нокаут. И сейчас тяжело приходит в себя Сайфулла Джабраилов. Ну и Филиппа Фройс возвращается на победную тропу.
конечно же, тяжело ему тоже было психологически, потому что два крайних поединка он проиграл. И вот сейчас просто сумасшедший начинает и завершает тут же этот бой, самый быстрый поединок этого вечера, Филиппо Фройес. А жаль, конечно, жаль, да, когда молодые проспекты уходят такие нокауты. Сайфулла Джабраилов был заряжен изначально. Ну, конечно, класс соперника был очень высок. И это видно, и это чувствовалось. Вот этот хай-кик правый в голову, он оказался, пожалуй, ключевым. Ну и здесь, наверное, уже рефери раньше стоило останавливать поединок, потому что без практики...